Всем привет, с вами Кулин, и добро пожаловать на Shadow Fight 3. И сегодня, как видите, я уже обещал, у нас престижный режим. Да, наконец-то я снимаю эту престижку, потому что уже, извините, я прям по тотальному нагружу, чтобы вам выпускать почти каждый день видосики. Ну да, ну и как видите, почему-то я в другой броне. Спойлер, я просто укусил. Хорошо? Ну вы, короче, вы поймете эту самую эту хрень. Так, чтобы вы не мучились скорее. Сегодня, как я сказал, престижный режим. Ладно, давайте, потому что я уже запаривался очень долго. Смотрите, сколько у меня уже реально, вот дофига себе набрал. Это и то обычный режим. Ну ладно, давайте сегодня у нас будет чисто разнообразно, потому что, ну честно, что-то уже не хочется сгонять уже с вестниками. Да-да-да-да, как бы я давно с ними не играл, но что-то уже перехотел. Ладно, шутка, на самом деле я просто хочу, чтобы было просто поразнообразнее. Ну, извините, я гибрид. Давайте сейчас накинем, что нам нужно, давайте вот. Туда накинем, давайте. Накинем еще мой любименький шлемчик. И вах, все красивенько, да сочно. Да, я с арбитром буду гонять. Я, правда, не... Хотя нет, или оглушение ставить, или не ставить. Ну, знаете, это, в принципе, нам будет на пользу, так что не буду ничего не менять. Вот, в принципе, и так будем, скорее всего, и приходить. Наш престижный режим с такой великолепной броней, да и с такой, блин, сложностью. Ну, благо, я уже смогу это пройти, так что, надеюсь, проблем не будет. Ну, как говорится, прежде чем мы продолжим, конечно, тебя, дружище, лайк жирнющий, подписочка, не забывай, потому что мы уже скоро к 500 самым приближаемся, а мы просто в ступоре стоим. Давайте уже реально добьем 500 самов. Ну, реально, понимаете, там прям немного остается реально. Всего лишь немножечко. А чтобы видосы не пропускать, доставьте колокольчик, и проблем не будет. Ну все, вот, пожалуйста, сделайте пару простых движений, и все. Потому что большинство из вас это тупо не делают. И честно, никому не приятно. Даже мне неприятно, если честно. Ну ладно, погнали. У нас сегодня престижный режим. Поехали. Господа, престижный режим у нас. Наконец-то, мы влетаем сюда. А Вать, что у нас первым летает? У нас Джаггернаут. Так, так, это в принципе хорошо. Хотя знаете, что я и сделаю? Что-то мне не хочется пока с этим мечом гонять, с арбитром. Потому что, да ну, что-то неинтересное уже. Ну, да-да-да, способность там, в принципе, такая. Но, знаете, есть такой же двуручный меч, только уже покруче. И уже с крутой способностью. Вот он, тот самый украшенный меч. Да-да-да-да-да. Так, тут только вот берсек у меня стоит. Вот давайте поставим как раз место глушения. Все, чтобы не париться. Не знаю, ну кому как, а я, в принципе, так пройду ивент. Да смысл мне все равно париться. Давайте. У нас Джаггернаут. Ну, ладно, что делать. Будем, как говорится, мелочи себе надирать. Мелочевочка у нас тут понеслась. Посмотрим, что у нас тут заработает. Так, у нас сейчас Джаггернаут, да. Вообще изично получается, как бы. То есть приходит тенюху. Так, давайте, чтобы не умереть... Давайте чуть подкопимся. Угу. Так. Чтобы он, короче, не мучил нас. Так, хорошо, подходим. Подходим. С багоном подходим. И потом вот так вот понеслась у нас. Тенюшка. И к тому же у него там же рентгенаут, поэтому он быстрее будет умирать с ним. Поэтому запаря нет. Ага, конечно. Конечно, конечно, конечно. Подходим. Ничего такого. Все. Забираем у него раунд. Ну, в принципе, тут как бы зажигнал тут просто. Но единственная проблема в том, что тут тенеуха, блин. И она копится на нем очень быстро. Хотя, да, есть преимущество зажигнал в том, что он хотя бы будет умирать. Терять здоровье, точнее. Но, к сожалению, он может тебя даже быстрее убить, чем ты думаешь. Ладно. Ну, посмотрим, поскольку у нас пока первый раунд, мы еще держимся даже. Блин, вот прям в упоре, прикиньте, вот тупо в упоре металл кидают. Ну, что это за дичь? Так, хорошо. О, нормально. Работаем. Добиваем его. У меня, тем более, оглушение стоит. Все, Джаггернаут его сейчас убьет. Все, до свидания. Джаггернаут себя, к сожалению, убил. А вот так вот мы по-быстрому сейчас пройдем. Надеюсь, нас Сакура не уничтожит с одного выстрела. Ладно. Проверимся. Так. Что у нас там дальше? Что у нас там? Инфекс. А, инфекция, это вообще очень просто. Очень простая инфекция. Так, хорошо. Ну, в принципе, вообще на изично. Ну, это вообще просто изично. То, что дать ему что-нибудь, не знаю, металл или что-то того, все, он будет умирать просто. Ну, вообще пофигу получается. Ну, как бы вообще, ну да, как бы пофигу.
Да, блин, ну слава богу, это не самый жесткий прототип. Самый жесткий это вообще последний прототип. Давайте ногами, чтобы нас не убивали. Давайте вот так вот. О, хорошо, хорошо, хорошо. Ага, нет, 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 нет. Не-не-не-не-не-нет. Иди сюда. Иди сюда. Голубушка. Я не хочу умирать. Нет, 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 нет. Хорошо. Нога, 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 нога. Быстрее. Тенеуха. Все, убиваем ее тенеухой. Ладно, бля, ну все равно. Ну, правда, надо быть осторожнее здесь. Либо сиращить надо здесь прям, ну, очень аккуратно, либо вообще. Вообще на все 3-4 стороны посылать, как будто. Ладно. Ну тут зоопарк как бы и нет. Поэтому. Это проходимо, в принципе. Проходимо. Так, давайте сейчас по откатам. Вот по откатам здесь удобно. Так. О, хорошо. Еще можем. Нет. Давайте, чтобы она, короче, нам не надавала. Люней нам все. Все, до свидания. Сейчас инфекция ее убьет. Все, победа. Вообще, на идеально забрали, да? Скорее всего, на идеально мы забрали ее. Потому что мы же ее завалили, переделали. Да, идеально, все. Хорошо. Так, у нас, скорее всего, какая-то дерьмовая награда сейчас будет. Возможно, фиг его знает. Но мы сейчас прочекаем. Прочекаем, прочекаем. Ну да, дерьмовенькая награда. Благословение. О, бодрости не ухи. О, здесь вообще, кстати, имбовая хрень. Имбовочная. Скараемся, не боитесь. Просто вообще, вы понимаете, в чем подвох рядом? Я вот всегда вот Сакуру, вот сейчас мы вот скоро до Сакуры дойдем. Вы там поймете, какую хрень я испытал, когда я однажды эпическим пытался вот пройти. Но это было ради конкурса, фиг его знает. Вы его реально, вы бы увидели. Ну, сейчас, ну вы видите, короче, сейчас мы дойдем. Какого черта, а? Почему вы все собираете нюх, а? Ну ладно, в принципе, у меня тут и спринт есть, так что не паримся. Иди сюда, голубчик. Ты меня достал. Не, до свидания. До свидания. Забрал от себя. Так. Нога, 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 нога. Так, теперь у нас дырки. Все, сейчас мы завалим его. Давайте задним ударом. Все, теперь бросаем. А, ну да. Давай, тяжелым дадим? Тяжелым дадим? Да, блин, не да. В ответ нам шок. Охеренно. Ну ладно, добьем. Все. Чтобы не париться. Забираем, что у нас есть. Все, это наше добро, как говорится. Мы свое забираем. Так, смотрим. У нас, смотрите, какая ситуация сейчас будет. У него синеуха получается полная. Надо, короче, получается, прям в открытую к нему идти. Не бойтесь. Он же вас не захерачит. Вы бейте только его быстрее. И все. И он не будет копить. Ну вот, пожалуйста. Все. До свидания. Я тебя сейчас захерачу. Давай. Охо. Охо, вообще. Вообще просто улетает. Да, кстати, способность вообще самая имбовая на двуручке. Мне не нравится та самая хрень, которая стоит на легендарке, реально. Ну, она просто неудобная, поймите ли. Ну, реально, кто хотел бы за эту хрень оставить лайк? Отвечаю. Вот за это бы поставили точно лайк. А за на арбитре способность вообще бы не ставили. Ну да. Да, как всегда. Как всегда. Так, у нас дальше получается... А, легендар. А, нам сейчас, скорее всего, знаете, что дадут? Нам, скорее всего, дадут этот... сейчас я точно могу дадуть. Нам дадут какую-то легендарную карту. А, как Корсар, что ли? Корсар, что ли? Типа того, не знаю, там, какая-то легендарная карта, способность вроде. Вот ее вроде дают. Ну ладно. Двуручка против Глефа. Че, разберемся, пацаны? По-братски. Так. Ну да, то же самое, как на этом. Так. Хорошо. Заблочили ему. Давайте сейчас мы ногами его. Чтобы он, короче. Вот, блин, реально. Вот так вот делайте специально, чтобы вот не умереть. Чтобы вот вы прям раз не умирали прям с голоду сразу. Иди сюда, голубчик. Голубчик! Не надо! Не устраивай провокацию. Все, провокация устранена. Готово. То смотрите, знаете, как лучше делаете? То есть, если вы лежите, используете именно ногу. Вам это реально дико поможет. Тем более, вы заблочите хотя бы ему какой-нибудь один удар. Или предотвратите его. Чтобы вас просто вот не убили чисто вот. Или вообще можно даже от металки уйти. Это реально идеальная вещь. Ну ладно, посмотрим. Так. Хорошо. Давай, кидай металку. Ну-ка. А, тихо, тихо. Блин, вот здесь, кстати, не работает нога, отвечаю. Вот здесь рога не работают.
Она работает в случае, если вы правильное положение там у вас повалит. Не знаю, ну что-то типа того. Но, к сожалению, она у вас так работать просто так не будет. Ну, допустим, я повалил его. Так у него нога не сработает. Так, блин, стопэ. Давайте вам попробуем сейчас ввести не в ухи. Чтобы вам, не париться реально. Так. А, нет, получается, нет. Ну, да, вот. О, кстати, у меня мимо это прошла. Так. Хорошо. Давайте вылетаем. Хорошо, забираем второй раунд. Надо быть реально здесь Сакурой, потому что Сакура вас может вообще захерачнуть просто вот. Ну вы поймете. Да вот начнете этот бой. Ну, про насчет эпика я расскажу, когда сейчас мы опять снова дойдем до еще одной Сакуры. Ну, последний, второй раз уже дойдем. Там я уже оружие как раз между двух поменяю. Ну что, стоишь? Ну да, стоит. Здесь этот не применил, потому что я знал, что он может ударить. Так. О, нафиг, хорошо. Еще давайте. Давайте, задним ударом. Еще. Хорошо. Так, неплохо. Вот просто вот можно его даже его спамить слегка. Все нужно, что страшного не будет. Я просто вот так вот подхожу, его нафиг валю, вообще пофигу. Лишь бы его Сакура сейчас не грохнул с одного выстрела. Все. Забираем его спокойно. А, нет, не заберем. Так, здесь можно уклониться. Все, хорошо. Забрали Сакуру, так что Сакура у нас сегодня отдыхает. До свидания. Говорится. Угу. Итак, теперь у нас дальше идет неуязвимость. Так что здесь надо быть вообще по-ловкому. Так, давайте поменяем оружие. Теперь у нас будет не двуручка, пусть будет. Фиг его знает, что у меня сейчас взять. Давайте я, допустим, возьму... Ну, давайте, допустим, я возьму молоты. Где у меня вот молоты? Вообще, прям, на самом деле находится. Костоломы. Поменяю здесь на оглушение. А, нет, оглушение у меня стоит. Поменяю здесь его на ожог. Ожог мне нравится здесь больше. А здесь я возьму сейчас легендарный, если, конечно, у меня есть. Я что-то не знаю, то ли они у меня были, то ли нет. Да, у меня есть, у меня даже не вроде быть ножики. Золотые, если ошибаюсь. А, это... А, и у меня их нету. А, нет, скорее всего, у меня их нету. Ну, тогда берем тогда сейчас эпические. У меня они есть, это точно. Еще с ивента вроде остались. Не знаю, честно, вроде они у меня были, не помню, честно. Ну, возможно. Ну, скорее всего, нет, либо их не было. Так, нет. Так, где они у меня? А, вот они. Все, вот они, алые ножики. Готово. Так. Готово. Так, у нас или неуязвимый получается, да? Ага, ну это мы можем, получается, ему оглушение спокойно давать. Это хорошо. Ну, точнее, не оглушение, а он будет сам оглушен, ребят. Вот тут, ну, чуть-чуть запинаю слегка. Но все же лучше нормально себе поставить оглушение. Правда, я не знаю, к тому это зайдет оглушение на Легионе. Но, честно, мне нравится именно оглушение с ожогом. Кому-то может нравиться и просто так. То есть, ожог и этот, сейчас. Ну, и ожог и берсек. Ну да. Ну да, я ничего не смогу сделать, либо. Так. Давайте назад. Обходим. Все, и пошла. Пошла, родная. О, нормально. Еще можно дать. Так. Все, стоим. Хорошо. Вы посмотрите на эту хрень. Вот, блин, вот крит вот очень дико сейчас будет мешать. Если она сейчас мне ударит, это вообще... Ага, все, не ударило, слава богу. Вот если она мне сейчас была тяжелым, да ладно, вообще была бы жесть. Отвечаю. В минус получается пол хп было бы. Вы бы увидели. Ну давайте сейчас допинаем вот таким ударом. Все. Тяжелым. До свидания. До свидания. Забрали один раунд. С одной стороны просто, но с другой стороны, когда тебя постоянно херачит крипом, тебе в итоге очень сложно выиграть в итоге. Но еще сложнее, когда да эпиком, понимаете? Эпиком. Хуже вообще редким играть. Не, хотя нет, я при этом вообще могу и молчать. Потому что это вообще там была полная жесть. Ладно, не буду говорить. Так, стоим. Ничего не делаем. Так. Ну, мы спокойно сносим одну четвертую. Хорошо. Так, вот, пожалуйста, не надо кидать меня. Слава богу, не кинулось. Тяжело мне. Здесь на когтях очень тяжелый удар есть. И это опасно, реально. А можем еще раз давайте. Еще давайте. Еще. О, нафиг, все. Вот видите, вот могло бы сейчас опасно. Не говорю, что сейчас мне тяжелым. А, нет, не даст. Все, ну давайте добиваем тяжелым.
Все, хорошо. Забираю раунд. Хорошо. Проблем на этот раз не возникло. И на это спасибо. Угу. Так. Так, что у нас следующий идет? У нас следующий... награда там есть? Так, адепт у нас идет. А, этот тенеуху быстро купит. Охренеть. Ну ладно. Ну ладно, ну ладно. Жаль, что не благословение теней. Она хотя бы получше будет. Ну, знаете, это благословение теней мне напоминает способность, как на этом. На вроде там, не знаю. На какая-то была способность, что типа, если кинешь металлку, у тебя будет копиться тенеуха. И лишь приведется, если ударить. Так, давай сейчас попробуем накопить тенеуху, потому что сейчас опасно может быть. Давай. Блин, ё-моё. Так, ну ладно. Пока спокойно. Нет, критом не надо нас убивать, пожалуйста. Хорошо. О, так работает. Спокойно. Так не говори, что меня сейчас ты убьешь. Ну нет. Блин, 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 блин. Давай скидаем. Ну конечно, блин, просто вот она она в этот момент потом еще кидает мне своим этим сюрикеном. Блин, самое главное, либо не просрать попытки, реально. Потому что в боте здесь уже потихоньку начинает очень жестко появляться. То есть, жестко, типа, дамачить, реально. Особенно вот сейчас до последнего дойдем, если что-нибудь появится там на нем, вот вообще будет очень жестко. Ну, придется то и дело, что копить. Ну, блин, я, слава богу, ее заблочил. Так. Так, ну я что-то только не могу ничего сделать. Ничего не могу сделать. Надо подходить и валить ее. Вот это что-то получается. Так. Меня ожог спасает, слава богу. Так что дамаг больше у меня. Так. Быстрее, кидаем. Все, ждем. Хорошо. О, нафиг, нафиг, нафиг. Все хорошо снесли. Хорошо, сейчас ничья. Сейчас, ну, к сожалению, придется опять копить тенеуху. Потому что, ну, видите, у него быстро копится. А, ну, чем-нибудь можно и, конечно, сбить. Вон те же, блин, ё-моё. Вон те же, ё-моё. Ну, там ликвидатор, фиг его знает. Ну, можно сбить, но он всё же не поможет. Придётся страдать. Не подходи ко мне в упор. Не подходи снова ко мне в упор. Не подходи. Хорошо. О, дал. Мышку как раз-таки. Давайте-то копимся. Чтобы она, короче, не мучилась у нас. Госпожа... Госпожа прототипка. Так. Так. Заблочили, заблочили, заблочили. Назад сразу. Назад. Если заблочили. Так. Тихо, 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 тихо. Нельзя, чтобы нас убили. Очень быстро. Нельзя. Так. Вот так вот даем ей. Тихо, 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 тихо. Вот просто вот в упор подходите. Тем более вам ничего не сделают. Лишь бы вас быстрее, лишь бы вам первым не завалили. Реально. Все, забрал, слава богу. Все. Поэтому да хрен себе, по что обойдешься, нахрен иди, все, до свидания. Так, что у нас там награда? Что у нас там награда? Награда не перевала. А, ну сотка рубинов получается. Сотка. А, все, у нас невидимость, пацаны. Все, невидимость, все. Это сейчас будет жестко, пацаны, вот реально. Либо бери меня, либо страдай. Ну, скорее всего, я буду страдать. Блин, вот невидимость, зараза. Вот за что так жестоко? Это последний, блин, бот, а он самый жестокий из всех. Он с нагинатой бегает, но он, блин, все же вообще очень жесткий. Ну, давайте попробуем к нему в упор проходить. В упор подходим. О, нафиг ему сразу дали. Хорошо. Так. Давайте, чтобы не убили меня. Накидаем сейчас его. Вот видите, вот накидает, реально. Ну да, ну да. А, не-не-не-не-нет. 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 Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот ты где. Вот ты где, господин. Иди сюда. Блин, конечно, меня снесли, блин. Ну охеренно. Вот я вас поздравляю. Это нас просто с критом снесает и... Страдать надо страдать. Короче, брать мина, либо умирай. Ну да. Ладно, только, пожалуйста, не надо сливать, пожалуйста, мне попытку. Не надо. Я не хочу, честно вам скажу, сливаться очень жестко. Особенно этого дурацкого прототипа, который и так меня уже достает. Так. Ладно.
Так. Хорошо. Ну фиг его знает, его просто вообще не видно. Фиг его знает, не видно. Ну нет, конечно, мне дали тяжелым. Офигеть. А, слава богу, я отхилился. Так. Так. Хорошо, хорошо, отхилился пока. Меня спасло то, что у меня отхилка есть. Так. Не даем ему. Не даем ему, спокойно. Встать. Так, хорошо. Иди сюда. О, еще, 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 еще. Давайте еще. На нафиг. Назад, 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 назад. Иди нафиг. Иди нафиг. Давайте я лучше уж буду с него копить. А ну нафиг, он меня сейчас может убить легко. Потому что этот бот реально опаснее всех. Так, ладно. Хорошо, вижу теперь его. Все. Хорошо, хотя бы так его забрал. Блин, ну извините, ну у меня так просто не получается. Да к тому же он еще и снегинаты, блин, бегает. А это еще опаснее. Так что, да ну нахер рисковать. Тем более, уж поймите, я после сражения с Сакурой в эпической форме, я так, блин, реально уже... Мне просто поднаедает эта хрень, реально. С ботами, вот реально. Вот. Ну поймете. А тут еще престижка тебе прям под голос лезет, говорит. Ну ладно, так. Пока нормально. Так, подходим к нему в упор, ничего страшного не будет, лишь бы вас не ударил, самое главное. Так. О, еще, давай. О, погнали. Так, промазал. В упор подходит. Вот зараза, а. Хорошо. А вот так вот мы сделаем ему, все. Сейчас мы захерачим. Еще можно даже. Ага, нет, нет. Нога. Нет. Двойная нога, кстати, работает, прикиньте. Если его даже не промажете с первого раза, то хотя бы вторую ногу активируемся ему. И все. Встает. Хорошо. Все, вот он. Вот он наш голубчик. Опаньки, давай. Есть, забрали. Хорошо. Все, избавиться от этого дурацкого прототипа. Он уже достал, реально. Достал всех достающих. Хорошо. Забираем. Так, ой, блин. Все, ладно. Так, ну что ж. Ну что, пацаны, погнали. У нас Сакура теперь у нас. Ой, сейчас как будет очень жестко. Ну, блин, ну лишь бы сейчас не сдохнуть, как на эпике, блин. Вы понимаете, я там... И там еще реально хуже, вы поймете. Я играл с этим, те самые, которые вы сейчас не видели в начале видео. Ну, это вообще была полная жесть. Это че? Мне пришлось потренироваться, и лишь только со второй попытки выиграл. Это было реально жестко. Так. Конечно. Давай, смотрите. Нога! Двойная нога не сработала у меня. Нога. Так вот, давай нахрен его пошлем. Пошлем эту нахрен Сакуру, а. Пошлем тебя. Конечно. Он не хочет посылаться. Нога. Есть. Нога. Быстрее. Не даем. Если вы успеваете хотя бы вторую ногу сделать, то вообще вам повезло, я не знаю, что можно сказать. Так. Не убьет? Надеюсь, не убьет. Хорошо. Давай не... Умри! Есть! О, да, ребя. Реально, ноги выручают, отвечаю. Реально, ну что может ничего еще сказать? Ноги это парочка, блин, выручалочка, реально. То есть, если вам... Вара реально спасет эту хрень. Хоть, я не знаю, потому что можно там еще не знаю, три раза сделать так. Но у меня два максимум получалось. Так. Давайте верхним. Ну нет, у меня не получается верхним. Причем он у меня то, что... Нет, иди нахер со своей тенью и своим плитом. Этот, я просто, знаете, я вот так вот к нему подхожу, и мне чисто пофигу. Так. Ну вот реально вот. Давайте сейчас его. Чтобы мы забаррикадируем сейчас ему вход. На нафиг. Не-не-не-не. Нет! А, есть. Все, пошло. Спасло меня это. Иди нахер со своей критом и теневухой. Так. Хорошо. В упор не подходим, у него там теневуха и крит. Вот так вот просто, вот если удается ему поймать момент. О, все, ему шок дали, хорошо. Да пошел он нахер со своей глефой. Так, а я смогу обойти?
Есть. Блин, тихо. Сейчас опасно может быть. Опасно. Блин, вот вы... Так, тихо. Это опасно, реально. Я не знаю, что делать. Все, забрали. Блин, слава богу, повезло. Вы поймете, какая это жесть на Сакуре. Особенно еще на эпике, блин. Вы понимаете, я в чудом взял 3-0. И то это, понимаете ли, вторая попытка. Потому что на первой попытке меня тупо слили. Просто меня секретовали, реально. А тут, слава богу, меня спасло то, что я дальше был от него. Просто вот как только у него крит появлялся, я отходил от него. И просто все, он ничего не делал, как бы, в итоге. Он мне только металку ты делал, что стрелял. Так. Опа, иди нафиг. Видите, у него очень крит. Все, сразу здесь давайте. Либо идите... Блин, нет, вы поняли. Ладно, он один удар, слава богу, сделал. Так, быстрее. Быстрее, блочь ему. Все, заблочили. Ах ты, зараза. Все, видите? Ох ты, зараза. Мать вашу. Нога. Нога, двойная. Двойная нога. Давайте. Иди нахрен со своей нюхой. Еще. Посылаем его. Посылай его, давай. Давай, Ярик. Ебой. Все, забрали. Ебать, забрали. Есть. Оглушалку выручает, отвечаю. Вот, блин, это было жестко. Нога спасает, пацаны, отвечаю. Все. Даже разбираться не хочу, понимаете ли. Сейчас все, понаоткрываем. Фиг его знает, что мне там выпадет, конечно же. Но давайте надеемся на нормальный лут. Потому что меня уже достало то, что с паков падает абсолютно говно полное. Да, наконец-то. Наконец-то, ё-моё. Так, давайте, открываем нашу господинскую. Пак, точнее, ну, пак, ну, да, блин, бустер-бак, ну, точнее, вот так можно сказать. Фигня. Опаньки! Вот это уже по-нашему! Так, давай заскриню. Вот это по-нашему, пацаны! Вот это по-нашему! Так, хорошо. Все, ладно, все, пацаны, так. Все, меня здесь не было, ладно. И наконец-таки я завершаю этот, ё-моё, очень жесткий ролик, потому что, блин, вы видели, блин, момент, как я чуть не, блин, не просрал катку, блин. Скажите спасибо, что я 1000 раз играл и благо знаю, как мне с Сакурой поступить, блин. Ё-моё, ну, вам реально, отвечаю, вам будет очень жестко. И, конечно же, мой совет, если вас поболели, используйте ногу, проблем меньше будет, хорошо? Ну, ладно, в принципе, я буду завершать, конечно, с вами, как говорится, всем удачи, всем пока-пока. Конечно же, ставим лайки, подписываемся на канал. Будем брать потихоньку 500 сабов. Нам это брать немедленно надо. Потому что мне уже надоело сидеть в ступоре, говорится. Ну и колокольчики ставим, чтобы не пропускать мои видосики. Ну ладно, что ж, на этом с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока-пока. И самое главное, вам удачи прийти эту Сакуру. Потому что она очень жесткая. Да и особенно мне, слава богу, повезло с этим. Ну ладно, всем удачи и всем пока-пока.